А я иду, иду на работу в пиццерию. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Виктор, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все просили, чтобы мы поиграли в лабиринте в догонялки. Так что, ребята, держите. Всем привет. Всем привет. Ну что, давайте я буду первого брать аниматроника, а вы убегайте, потому что я это придумал, и я хочу вас поубивать. Давно этого не было, все это ждали, и я это ждал. Давай, Дима, показывай, кого ты возьмешь. Вот. Смотри, какой крутой. Молтон Фредди. Ха-ха, не так сказали. Ну-ка, Димас, на присед нажми. На присед, зажми. Во. Нифига ты голову как перевернул. Тебе нормально? Ну так, больновато чуть-чуть. Тебе нормально, дядь? Дядь, тебе нормально? Я считаю до 5, не могу до 10. Блин, тут туалет. Подожди, кто тут бегает под ногами? Так, возьмем мы от первого лица, чтобы легко было убивать. Эй, ты чё? А как по-другому? Я хочу вас умочить всех. А зачем сегодня-то? Вот, смотрите, здесь можно по карте подниматься вверх. У-у-у, вот так вот, да. Виктор. Я думал, я такой тяжелый, и мне не затащит вверх. Виктор, смени скин, а то ты аниматроник. Ничего страшного. Нам без разницы, кого мочить. Так, а где там чилипиздрик этот бегает жирный? Какой, я что ли? Да. А ты уже бегаешь, ищешь? Ну, да, я уже убил Виктора. Жалко. Но я еще погоняюсь. Виктор, пока не бери никого. Хорошо. Это ты что ли там? Подожди, я могу невидимым вставать? Нет. Так, тпхаться могу. Тут только нет невидимости. Димас. Ага, понял. Но это тебе не мешает убивать скрытно. Слышишь? Да-да-да, такие звуки стрёмные. Крутые звуки. Ладно, все, пошутили. Я слышу, как ты топаешь. И хватит, а я иду убивать. Звук, как в настоящем хорроре. Ты, Димас, так топаешь, как будто ты весишь 500 килограмм. Иди сюда! Ха-ха, не могу! Так. Блин, ну не попал по жопке. Так. Забыл, как зовут твоего персонажа. А как его зовут? Патрик. Патрик, точно. Так. Димончик, а где ты у нас? А я? Ты, как всегда, хитро умный. Хитро зубый. У меня зуб хитрый. Может, ты там на карусели катаешься? Есть! Ха-ха-ха! Димон, я тебя нашел! Блин! Давай, Димончик, теперь ты. Сейчас будет более все опытнее. Так, давай я обновлю карту. А ты нюхаешь цветы. Ну, а вроде тебе насрали коты. Ребята, если вы знаете эту пословицу, продлите ее. Ты? И напишите в комментах, будет интересно почитать. Смотри, как прикольно Фредди шагает, Димас. Смотри. А я шагаю по проспекту. Тран-тан-тан. Как солдатик, да? Не знаю. Ребята, если вам нравится, как Фредди шагает, лайкосик. А ну еще пошагай, Димон. А я иду, иду на работу в пиццерию. Блин, настроение классное. Сейчас приду. И сяду. Виктор, иди посмотри, как он шагает. Ой, как больно, прям за голову меня укусил. Виктор, смотри. Я вижу. Ра-та-та. Ладно, все, убегаем. Поржали и хорош. Да, все. Придется вас убивать. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Такое настроение, надо только кушать. А кушать надо здоровую пищу. Например, брокколи. Гамбургер. Это пицца. Нездоровая пища. Но здоровее будешь от нее. Здоровее видали. Это, в ширину я имею в виду здоровую. А, понял. Тебе такие это. Виктор, не моргай, тебя видно в темноте, белые зрачки. Я тоже. Вижу. Виктор, не шевелись. Прощай. Я пошел. Че, не допрыгнул? Это я допрыгнул. Так, он меня не видит. Потому что им не надо мне видеть. Я без этого. Неплохо живу. Так, он там бегает.
Ну, а кабан, ты где? Я иду, шагаю. Шагаю по Москве. Я знаю такую песню. Да-да-да, она подходит как раз. Так, где вот говнюки маленькие? Мы там, где тебя нет. Есть! Мочи, мочи его полностью. А Димас, а тебя надо? Нет. Кто мне на голове стоит? Фу! Ты мне сел на голову! Вали, фу! Так некрасиво поступать. Виктор, давай теперь ты. Давай, Димон, теперь запрячемся жестко только. О, ну я умею так. Он долго искал нас. О, я нашел нычку крутую. Я буду смотреть стенку. Все, Витя, ищи. Нет. Димон, ты спрятался. Тебя сейчас съедят клещи. Какие кли... Ой, подожди. Подожди, подожди, подожди. Ну все, давай. Виктор, ты можешь. Ты это сделаешь, мы в тебя верим полностью. Но сегодня нет. А завтра? Только завтра... вчера. Завтра только не вчера, а сегодня. Карта классная. И вообще спасибо, что пишете в комментариях, что нам снимать. Не надо ничего думать. Прочитал комментарий и просто снял. Так что пишите, и мы будем все снимать. Да, Димончик? Конечно. Да, и у Димона свой канал есть. Не забываем переходить по ссылочке и подписываться. Так, где там Ванюк? Ну что, Димон, ты запрятался хорошо? Да. А ты не веришь? Верю. Верь в меня, ёжик. Кто понял, ребят, прикол, пишите плюсик в чат. Верь в меня, ёжик. Меня Витя увидел, просто убить не может. Ай-яй-яй, убил! Блин! Нашёл, нашёл. Спанч Боб, он сливается на желтой карте, поэтому его очень классно было брать. Но Витя меня нашел. Так, я добрый. Я тоже хочу FNAF 6 взять аниматроника и Димона помочить. Давайте, ищите. Я за нее еще не играл. Как ее зовут, я забыл. Скрай Бэйби. А ну сделай третьего лица, чтобы ее рассмотреть. Во. На конячках. Димон, слышишь? Конечно. Там чё, чайник? Да, кипит. А кто у нас еще там есть? Во. Вильям Артон. Чё такое? Это Спрингтер. Автон. Автон. Стрит меня. Подожди, на какую кнопку? На Ctrl. О, и чё, и ничего. Просто поломатая голова. Да и хорошо всем. Пошли шкандыба Димона искать вместе. Ищи два алкаша. Мы дальше догнал, да? Кстати, прикольно придумал. Мы устали просто очень, но мы тебя убьем. Давайте. О, так подожди, Вить, смотри. Ой, лови его! Есть! Есть! Мы тебя поймали, ты прям навстречку. Давай еще, Димончик, мы тебя поищем. Давай еще разок. Мы медленные просто. Так получилось, что мы встретились. Давай, Витя, за мной, погнали наверх. Эх, как медленно он поднимается. О, а ты нажми на shift. Ничего себе, медленный. Так, ищем его. Может, а, подожди, может тут как-то открыть можно, не? А ну я здесь поднимусь. Во, я здесь еще не был на этой части карты. А что ты там видишь? А я слишком жирный, не долажу. Я застрял. Подожди, может ты в воде? А где вы там, Дима? Я в воде, ищу тебя. Блин, а что, выбраться не могу? Эй! О. Может, ты где-то за столбом? Может. Может, я за столбом. Он где-то здесь.
Я это чувствую. Да-да-да, я где-то тут. Он наверху. Да, я внизу. Нет, ты наверху. Я уверен, что где-то ты где-то там. Ах ты говнюк маленький, иди отсюда. Фу, мне сейчас стошнит. Я заметил его вон здесь. Вон он там, наверху. А, наверху, да, все-таки? Да-да-да, в оранжевой комнате. Какой комнате? Ой, поймал, прям на лету. Есть, Витек, это было красиво. Витя, он за тобой идет. Это вижу, я бегу, чувак. И он кругами ходит, смотрите. Еще один пришел. А вдвоем они могут тебя убить, и меня могут убить. Но я убегу от них. Потому что я эту карту знаю наизусть. Я обманул. Сандер, Димас, я не знаю, куда идти! Ух. Бегите, бегите. Помните, мы их убивали АР-2 шарами? Помню. Вот чем надо их мочить. Давай. Уч! Ого, ты прям так убежал от него. Красиво. Димон нас убил. И у всех, но не Слендера. Я Слендера, кстати, убил. Да что? Они за тобой идут, Витя. За Димоном бегут. Нет, спасите. Тебя никто не спасет. Ай, теперь за мной. Ой, за мной. Димас, давай, нападай на него. Димас, души его, души. Там шарма летает, осторожно. А, спасите. Я его убил. Нет. Он горел, и в это время... И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Мага, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас называется Зомби Лабиринт. Вроде так называется. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. И что, мы сейчас назад вернемся? Да. Ой. Нет. Да. Давайте давай сюда. Налево. Да смотри, я испугался его. Блин, новые штаны поцарапал. Мас, бери дробовик. Да, давай, наверное, что-то помощнее. А то мне какая-то писюлька. Так, смотри, я все это время иду по... Блин, ладно. Облом. Нельзя хвалить, нельзя. Кстати, когда мы выйдем с лабиринта, там будет зомбаков много. Там будет мясо. Не, может сюда? Блин, мы сейчас потеряли... Не, не сюда. Вот сюда, Димас. Я магу встретил. Давай. Димас, иду, надо. иду. Вот. Даже интересно, сможем мы его пройти или нет? Я думаю, сможем. Так. Мы не назад идем? Не-не-не, давайте сюда. О, я выход какой-то. Воу. Значит, правильно. Да это Фокси. Ключ надо, мы что, ключ не нашли, что ли? Бери его в руки. Не, значит, и он здесь. Погнали, Димон, вниз. Давай. Ой, это круто. Перезаряжайте свои ружья. Перезарядил. Мага вперед идет. Хочет проиграть первый. Так. Фокси всегда рискует. Я прикрываю затылок. Давай, вдруг там кто-то укусит. Воу! На воу! Тебе. Во, они меня так испугали. Ничего себе, куда-то мы так поднимаемся высоко. Ну, жопа на твоя гору. Тяжелая. Офигеть! Блин, не люблю я паркур, вот не люблю я это с детства. Ну, придется пройти. Так, у меня, Димас, есть ключ. О! И прикинь, с этим ключом надо обратно, Димас, идти. А, ну так давай. Если ты в кислоту уронишь, тебе вафли. Да то ключ положил. Вот ты, Димон, ну ты реально молодец. Умер, но ключ успел положить перед смертью. Так, Димас, нет, не бери его так сейчас. Факин щит, ты чуть не упал с ним. А я умею. Нет, Димон, я сейчас все сделаю, смотри. Давай, я Димас. Профи. Ну не очкуй. Ну ладно, ладно. Смотри. Знаешь, почему у тебя не допрыгивало? Потому что, может, сервер я держу, и у тебя пинговало чуть-чуть. Ну прыгай. А чё, может... А может там не сюда? А там некуда. Да. Я не чё-то могу не слажу. У Чики жопа жирная. Все, давайте. Падайте. Так падайте. Не могу. О. Фокси, пролазь.
Отлично. Надеюсь, там скримера не будет. Будет. Мне кажется, там был другой путь. Путэ. А мне кажется, нет. Путэ, Димас, путэ. О, житуха. Но если бы мы далеко были, тогда бы, наверное, все-таки не надо было возвращаться. А так мы недалеко, в принципе. Короче, запилили бэктрекинг. Да, Димас, вот видишь, назад пути не было. Ой, как я имею в виду, вперед. Вперед не было пути. Вот надо было назад возвращаться, чтобы в ключ ставить. И приложить его. А, еще раз вниз, только с другой стороны, ну погнали. Или там зомби были? Не-не, пойдем, там а зомби там дальше были, не зомби. Открываются. Там дальше зомби. Теперь я буду первый, я хочу замочить кого-то. Ну я не пробовал, но я уверен, что там не открывается. Я буду назад смотреть. По-любому здесь тупик. Ничего себе тупик. Хороший тупик. Дохлые хрэкрабики. Тут это высокая шахта. О, что-то да, попалась. Да блин, отойдите. Вперед, вперед, вперед. Да какой вперед? Назад. А. Я ни разу не умер. Зря я, конечно, это сказал. Карта топ. Падаем. На тебя по голове. О, поехали. Психи прибежали с дробовиками. Фокси всех открыли. Еще одна дверь, Димон. Какого факин щи... А, пушка, на контрол садись. Димон, на контрол. Тихо, 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 тихо. Она меня видит. И не видит. Хорошо, что ты меня предупредил, если бы не ты, я бы... Так я от фонаря контрол нажал, и все, у меня 6 хп. Я гранату кину. А, давай, и меня убьешь, не? Пушка кончена, убей. Все, она заткнула. А, нет, там еще 3. Давай я тоже одну жахну. А, все, все, Димас. Да я так, просто со зла. А что они так пищат? Откуда дальше? А вот загад. Ага. Слышишь, я стрельну? О, Фокси меня лекает. А куда идти? А меня полекать, а меня. Не лечи его. Ну-ка полечи чуть-чуть. Красиво тебя убил. Конечно, не со зла. Давай, 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 лечи меня, Фокси. О. Я Димаса лечу. Ты улетишь. То что я застрял? Так, давай. О! А Димашек тебе хватит? А чё ты сел? Так, я тоже хочу посидеть, я устал. Фух. Ну смотри, попробуй. А, отойди, 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 Димас, отойди. А, шарами R2, D2. О, смотри, стеклянный лабиринт, о чем я и говорил вам. А чё я нажал тут? Монтировку что ли мне дали? А, можно бить стекла? Нет. Да. Я его мочу потихоньку. Вообще ни о чем. А ну да, я шаром вальну. Не, шары не убивают, только монтировку надо. Ах ты! А что если миниганом? Сейчас, Димас, я тебе ТП. Не надо, не надо, я наизусть уже карты выучу. Так, нам какую-то надо сеточку открыть. Вот это, наверное. Нет, нет. Как узнать, какое стекло бьется, а какое нет? Я не знаю, просто стрелять буду. Там, короче, тут горит, надо ломом бить. Ай. Ой, ой. Да бывает, бывает, Дима. Так, мне кажется, я сейчас узнаю, вот это стекло бьется, 100 пудов. Я в него стрелял. Не. Может это? Ничего. Так, в чем подвох? Давай через С посмотрим. Во, вот это стекло. Вот хитрые. А теперь это стекло. Вот ты хитрец. Не, я тут через С почти даже не посмотрел. Ай.
Ой. Под пули лезу просто сам. Классно. О. Бьется, мне нравится. Я просто на угас. Не убей только никого, а то ты оружием вообще не умеешь управляться. Не, о, не сюда, это стекло. Давай. А я луплю то, монтировку согнул. Ой, я там кого-то вижу. Беру оружие. Не подходите к ним, я с РПГ стрельну. А че он не бьется? А, вот это. Как рассчитано? Все стекла, что ли, надо лупить, чтобы. Так, давайте просто будем выходить и РПГшку запускать. Как я могу зомби убить? Че, ломать стекла? Ну она! Красиво! Два трупейшена. Трупейшена. Так, я бегу. Ага. Психи. Могу, успокойся, да, я РПГ запущу. Я псих, не подходи. С РПГ один раз, да, и все, и стекла нет. Да-да-да, отойди, отойди. Я псих, не подходи. Чё это твой РПГ вообще говно? А не. О, может, с этих с арбалетов? Стеклянный какой лабиринт прикольный. Ну, кстати, такого я ничего ни разу не видел. Димас, ты не то бьёт. Да? Там мне куда по спине опять лупит. Я тоже могу цепь подсматривать. А я не смотрел цепь, Димас. Вот это ломает, значит, вот это ломает. Хитрый. Проверяю. Вот это, вот это. А я уже на цепь подсмотрел. Конечно, нет. Чё, не то, что, не то стекло, не то. Да, не то. Чё, очень крепкое, что ли? Да не то. Так, отойдите, отойдите, отойдите. О, я тебя сломал. Бомба, граната. Так, где монстры? Хочу убить всех. Крушители 2-0. О, Димас, идите сюда. Вот дверь. Вот нычкари. Ты сколько дров на зиму? Давай, давай, давай. Продвигайся. Ломай. Ты сможешь. Давай сюда. Направо. Вот эта карта длиннющая, весь даже 5 мегабайт нет. Чё за fucking shit? Что это такое? Это. Как их. Смотри, тут куча хэдкрабов! Димон, давай, 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 давай! Мама, жопа! Да ну они меня убивать хотят! Красивая у тебя ваша. Запрыгивайте. Портал. Ой, круто. Диман, ты упадешь тут. Я знал. А как узнать, по каким плиткам идти? Вот. Я за тобой. А, просто типа... А, можно арбалетом проверять. Мама! Ладно, я типа упал. Не хочу заново начинать. Короче, Димон, где застрею, ты ходишь, да? А я просто псих и пошел. Застреет, застреет. О, Димон, посмотри, где я псих и прошел. Я понял. Там хиткаби. Смотри, да. Бам! Ух, прям жопой села, Чика. Димон, я с тобой. Дима! Какого фига? Я побежал! Ля-ля-ля-ля-ля, я бы не хоплю! Вниз. Граната пошла. Граната, только не падай вниз. Я всех убил. Прощай, Димон, ты был Я тоже так делаю. Нет. Да что ж такое, как вот тут. Вот, сюда прыгай. Димас, прыгай сюда. Я единственный мастер Бенни Хопа и прошел за секунду. Ого, как я вот не упал. Вот Димас перейдет так прямо. О, может пулями проверять можно?
он пулями, да, где треск, значит там провалишься, а где нету треска, можно там ходить. Сюда. А, какой как... треск? О, тут даже багает, видно, вот это упадет по любасу. Вот это упадет. А вот это не упадет. А, не упадет. Да упадет, упадет. Я прошу. Да ну упадет, говорю. 100 раз бы упал. Так, телепортируемся. Все, ребята, мы прошли эту карту. Я с вами Димас, Димон Покемон, Алёша и Виктор Кошак. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ну что, Виктор, ты будешь первый? Сегодня мы играем, ребята, догонялки. О, уже стоит камера. Ой, я вас вижу на камере. Здорово. Здорово, здорово. Так, мы здесь будем... Короче, сидеть, ждать его, да? Я буду, короче, низ по камере смотреть. Я вам скажу, когда он снизу пойдет. А здесь он может спрыгнуть. Если что, вот сюда прыгнем туда. Прикольно. Может даже базу, да, построить еще, скажи. Ага. Но я не смотрю, Дима. Понял, понял. Просто переживаю. А вдруг? Я могу ему подсказку дать. Димаш. А? Я в узкий пароход залезаю все-таки. Ага, значит можешь, да, все-таки? Да. Понял. Мы, я вот тебе тут... подскажу, Витя, мы там, где зеленое. Да, я вот короче. Как тебе подсказка пойдет? Очень хорошо. Он идет. На камере вижу. Он бежит там. Он бежит. Ребята, классно, камера сработала. Бежим, бегите. Я бегу. Бежим, бежим, бежим. О, ты впереди, офигеть, как вы встретились так? Типа, стой, это я. Он за нами не бежит вроде. Типа, ты впереди, ты впереди. Бежим, бежим, бежим. Я, так, 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 так. Куда-то убежал. О, здесь можно уже как-то маневрировать. Все, ждем его, ждем. Так, мне кажется, лучше всего камеру здесь поставить, потому что здесь очень большой такой простор. Фу, блин, это Дэдпул. Блин, уже ноги не начал делать. О, Димас, беги наверх. Не-не-не-не-не-не, все нормально, все нормально. Я ж не знаю, что он так будет сильно за нами бежать. Димон, бежи! Все, его нет, он отстал. Так, все, я куда-то спрятался. Я тоже, но я в хорошем месте. Я в очень хорошем месте. Аниматроников, они хотя бы телепортировать смогут, они могут сразу пим и убить. А тут место неудобно для телепортации. Можно запутаться. Не, ну я все равно. Но я понимаю, что ему тяжело. Покемон, я верю ему. Покемон, это я сзади. Беги! Беги, беги, обратно. Блин, я к нему наоборот прибежал. Вот это я дотю, конечно. Я вижу, я вижу. А что, он за вами бежит? Не-не-не. Вроде уже нет. Да чего вы боитесь? Он медленный кусок аниматроника. Да что ты меня не пускаешь? Смотри какой. Ха-ха-ха. Вот хорошее место. Ого! Насколько хорошее. Что такое, Витя? Да, это сюрприз будет. А, понял. Сюрприз. Привет. Сюрприз, мазефака. Че, убить тебя не могу. Прощай. Ты мог, ты просто неправильно нажимал что-то. Повезло мне. Я буду гранату назад откидывать. О, да не, не надо гранату бросать. Да я кину. Ну где это? Витя, ты где? Я не знаю, куда ты убежал. Я убежал. Не знаю. Я тут стою, тебя не вижу. Я в том же месте, где был. Дебат? Хана мне. Во! Я слышал, Витюша. Зараза! Ну, молодец, Витька, красавчик. Втроем, теперь я хочу убить кого-то. А где они? Где они? Какой цвет хотя бы там? Куда-то его потерял. Я последний остался. Я его ловлю. Димон, давай, мочи, мочи, мочи его. Здесь я правильно бегу. Здорово. Где он? Это я. О, мы нашли. А, ты уже все? Заразился тоже? Ну да. Ловим Димона Покемона. Он где-то ходит здесь. Ищем его. Идет месть. Я
я его нашел. Он вниз побежал, вниз побежал. Есть, я убил Димона, а Виктор убил меня. Вы меня окружили вдвоем, кто там, Леша окружил меня и Виктор. Я начал убегать, проскочил мимо них, и хоп, Димас такой стоит. И не дает мне пройти, стал просто в проходе. Все, раз, два, три, четыре, пять. Начинаю убивать. Да, может, не надо? А может, надо? Вот мне нравится за аниматроника ходить и искать вас. Какое-то удовольствие испытываю. Красиво, ты прям рыбка ушел так. Мне так понравилось. Прям чувствую власть какую-то. Ведь я Чика-убийца. Ты зараза. Два Леха, мы их найдем быстро. Я уже прилобался к этой карте, уже понял, где тут что. Так что мы идем. Хочешь телепортироваться? Телепортироваться на Эр-английскую? Все, отлично. Я ищу. Я отличное место занял, отлично. Супер, я тоже. Приближаюсь. Так, где-то они здесь. Меня здесь никто не увидит. Опа, кто-то меня засек. Кто-то меня просек. Блин, вот бы найти тебя. Есть! Yes! Если вам нравятся такие серии, вы хотите побольше, пишите в комментариях. Можете даже в комментарии написать название карты. Мы на них с удовольствием сыграем. Так что давайте продолжать. Так, кто у нас там умер был? Я. Yeah. Алёша. Алёшка, давай. Содо чино садаме джо-джо. Я даже не знаю, какую музыку подлаживать. Я тебе потом скину, окей? А, хорошо, только чтобы авторских прав не было. О, смотри, Лёху пробило попеть. Давай, Лёха, теперь твоя очередь. Продолжай, слова знаешь? Как ты там, Витя, говорил, садачина, да? Садачина, садаме джо-джо. Вы тут заныкались по-любому где-нибудь. Нет, я прям хожу по карте, наоборот, хочу тебя найти. Я тоже хожу по карте. Тоже по карте. Ну вот смотрите, мы все ходим, а друг друга не встречаем. Значит, карта очень большая, однако. Ого, я ее нашел! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, я тоже хочу эту нычку найти. Где она? Подскажите мне. Я убежал от него, я убежал от него. Только не веди меня. Не веди его ко мне. Ай. Блин, больно, не знаю, куда идти. Опа, Витюшка слился. Блин, Виктор теперь знает, где я сижу, надо валить отсюда. Вот одну я собаку нашел, где вторая? О, Димас, здорово. Это моя новая нычка сюда, смотри, когда увидишь его, короче, впереди прыгай сразу вниз, понял? Угу, понял. Прикольно вперед, придумал. Вперед, смотри. Вот только ты сюда. Говори сразу, когда прыгать, или ори сильно. Бежим. Я видел. Что-то мелькнуло перед моими глазами. Что-то? Это не что-то, это что? Монстр. Кто? Щит! Е-бой! Все, я ищу вас. Все, Димончик начал. Вы видели его сзади? Ну так быстро, это невозможно. Ну я могу, в принципе, затащить как? Если я буду просто постоянно бежать. Просто бежать. Ого, Димас, я тебя видел. Да? А как так? Да, я знаю, как где нычка, она сбоку там. Мысли где? Там надо запрыгнуть, надо просто назад запрыгнуть, шифтом. Витька, молодец, класс. Договорился, да, пацан? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Китмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта Лабиринт. Будем играть в прятки-догонялки, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Я пошел. Все, так. Время пошло. 35 играем, секунд. Играем, ребята, кстати, мы на карте Лабиринт. Карта что. Новая, крутая. Давайте взлечу, покажу, да. Пока они разбегаются. Мы еще и не записывали. Вам оно просто здоровенно. Здесь 9 отсеков здоровенных. И все здесь есть. Волны, нашел Лабиринт. Нашел карту. Ой, нашел место. Ну да, здесь можно сказать карту. Нашел, Димас, место, короче. Давай считай, до скольки умеешь. Да я не умею. Поэтому я сразу иду убивать. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Так ты же аниматрониха. Аниматрониха? Я аниматроник Фокси. Ты че обзываешься?
Ну ладно, я прощаю тебя. Офигеть, спасибо тебе, Диман, ты такой добрый. Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение. Ну все, Димас, читай. Я иду, я уже иду. Я, кстати, хожу-хожу, нифига не нахожу. Ну, тут очень все так как-то слит. Я увидел кого. А, то портал шевелится. А, Димас, а можно тебе ловушки ставить? Ну, такие западлические можно. Обычные нет, нельзя. Я, в общем, такое западло тебе сделаю. Падала. А тут только можно два про поставить, вот говно. Димон! Ах ты говно! Или кто это был? Это не я. Это я. Отступаю с портала. Отступает. Блин, он так быстро убежал, не успел его поймать. Я знаю, ты. Я знаю, что Димон, знаешь, где ты прячешься? Хочешь, я угадаю? Давайте. Димон прячется там, где вот эти кубы. Стоят. Нет. Не знаешь, где я прячусь? Я знаю, сейчас просто не хочу говорить, что ты не умер сразу. Ты чё летаешь тут? Я не хотел. Я не могу убить его! Бессмертие, что ли, включено? Да, стой. Бессмертие, Димас, выключайте. От говно! Это, кстати, не я был, Димас. Кстати, настройка песочницы, да. Не, бессмертие не включено. Очень быстро. Это очень странно. Давай возьмем другого аниматроника. Может, он не может убивалку делать? А может, ты по нему не попадаешь просто? Да не, прям попадал, там ник светился. Прям вот и ниже, и выше брал. И по голове, и по спине лупил. Я буду за лефти играть. Он точно убьет всех. Не, не всех. Так, ну что-то, ребят, пока тихо. Пока мы что-то не наблюдаем. А ты можешь подсказку дать мне какую-то? Да, могу дать подсказку. Я сделал ловушку. Димас, хочешь мне подсказку? Пойдет, Димас, подсказка нормальная? Ну, такое себе. Я ну, ищу так. Запах по ловушке. В общем, если что, я вижу свет. Какой? А какой лампочку? Цвет вокруг тебя? Не, если я скажу, то я спалюсь сразу же, Димас. А, нет, может, у такого нету? Не-не-не, спалюсь. Глупо от нас. Спалюсь. Сразу спалюсь, Димас. Палево 100%. Ну, приблизительный цвет. Ну, нет, я не буду говорить. Есть! Лефти это сделал. Кэт Макс, давай помогай мне, потому что они очень мощные. Да, нас теперь двое. А? Мы с тобой вдвоем остались, да, Серега? Да. Ну что, Серега, как думаешь, кто окажется в лапах аниматроника? Я или ты? Ты. Ну, скорее мы оба. Не, оба невозможно вообще, не получится. Получится, я так сделаю. Димон, я иду к тебе. Ты ко мне придешь? Приведу Димаса с Китмаксом. Да иду к тебе. О, тут лифтик есть какой-то. А тут карта здоровенная, я не изучил еще. Ой, кого-то видел там. А нет. Давайте сюда пойдем. Тут я был. Так, ищу Димана Покемона. Опасного преступника аниматроника. Не могу найти их. Ищи, ищи. Ищу, ищу. Найдешь нас по запаху. Ой, ловушка Димона сработала. Ах ты хитрый жук. Это моя вообще-то ловушка была. Димон, ты где-то здесь. Я вижу гранату, Димон. Есть. Сережка. Ого, сколько здесь гранат. Поставил себе стульчик. Воду, арбуз себе сделал. Молодец. Красава. Кинотеатра не хватало. Ну где-то здесь. Да мы его сейчас найдем. По-моему, он в это в розово-зеленой лаймовой комнате где-то здесь. Я по выстрелам слышал, что где-то он тут. Да, да. Розово-зеленый? Кого-то видел. Спалился, ты спалился. Я слышал. Нет, 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 нет. Ищите внимательный. Я где-то очень хорошо спрятался. Ребята, это походу самая имбовая нычка, которая вообще есть на этой карте. Реально, они сколько уже ищут, найти меня не могут вообще. Дима, на тебе, я знаю где ты, я ищу тебя. Ты вот здесь, где-то в этих комнатах, там где звездочки есть. Да-да-да, он здесь скорее всего, вот я сейчас ищу. Я слышу, кто-то стреляет. Тут, короче, звездочки, всякая мотня нарисована. Да-да-да. Полосочки. Тебе моя ловушка настолько понравится, насколько вообще может понравиться. Ну что ты спробуй, я испугался. Это наш.
Портал. Вот, ребята, смотрите. Вот портал. Здесь, Димон. Вот здесь. Желто-розовая, пацаны, все сюда. Нет. Вот, блин, нет. Ребята, классная. Надеюсь, нычка вам очень понравится. Так подсказывай. Уже. Короче, я вижу что-то красивое. Ты в зеркало, да, наверное, смотришь? Нет. В общем, я вижу белый цвет. Белый? А где у нас есть? Розы. Белые розы. В общем, я вижу белый цвет. И он тут единственный, который вообще существует. Цвет. Цветов. Цветов. Белый? Единственный. А, я понял, всё, я иду туда, понял. Тимон, к тебе. Нужно найти этот лабиринт. Он тут во тьме где-то сидит. Заныканный, в окошке. Вот да, в окошке может быть или наверное. Вот здесь, вот я, ребята, знаю, я иду к нему. Есть! Димон, если бы ты не сказал, какой цвет, я бы тебя не нашел. А я почему тебе говорил, что если я тебе цвет скажу, ты меня найдешь сразу же. Блин. Какие мои ловушки невидимые? Вообще крутые. Крутые, Димон, нычки и ловушки я не видел. Ладно, давай ты будешь искать теперь, умник. Теперь я ищу? Конечно. Все, Димон, давай, я запрятался, ищи. Все, я жду. Можешь искать уже, все. А, все, все запрятались? Конечно. Я играю, кстати, за кошмарную марионетку, сразу вам скажу. Вот это страх. Ты еще обосретесь, когда меня увидите. Да, я уже чувствую, кто-то вальнул. Вальнул. Знаете, почему я ее взял? Потому что она самая быстрая из всех аниматроников. Ты думаешь? Да, я знаю. Она единственная аниматроника, которая быстро бегает. Ай, блин, какую-то жопу упал. Так, 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 так. Мэм, где же вы спрятались, как кашечки? Я могу тебе подсказать, хочешь? Не. Ах, застрял. Надо заново становиться другим аниматроником, я стану. Нет, нифига, стану таким же. Так. Блин, где же вы спрятались-то, а? Я могу тебе цвет сказать, приблизительный. Не, не надо, я пока начал. Как говорится... Блин. Опа, нашел одного камнюшку. Мочи, мочи, Димон. Я за ним бегу. Или не за ним. Так, а где он? Блин, он в лабиринте из этими, из этих колонн, знаешь, лабиринт. Да, там очень тяжело поймать. А, давай. Да мне не нажимается. Черт, давай. Бери лефти, Димон, лефти сразу мочит. Есть! Yeah. Кэт Макс ушел. Серега, мы с тобой вдвоем остались, одни. Ну, получается, давай, я все равно же последний выжил. Ну, получается, победителем был в той игре, да? Да. А в этой игре победителем кто-то будет из вас. Либо Серега, либо... Хочешь, Димон, приз мы тебе дадим? Приз, показывай рыбу. Приз, да, тебе? Да. Под подушку утром увидишь, там у тебя будет приз. Насрёшь, что ли, туда? Да не делать ничего, тебе под подушки ночами срать. Не знаю. Вот это у тебя фантазии, Димон, класс. Так, я чувствую, что вы где-то здесь. Вот где-то вы здесь запрятались. Просто я пока еще не догнал именно где. Ох, блин, вот это лабиринт. Как в нем вообще кого-то искать? Димас, давай присаживайся. Вы были в лабиринте, где-то вот эти кружочки выпученные были, такие? Были, да. Мы там. Офигеть, сейчас. Тут вообще такая наркомания происходит. Вот это мы сейчас там, ты нас сейчас можешь найти. Не, вас там нету, я потому что все обыскал. А, нету нас там, да. Да, нету. Так, чё, Кэт Макс, ты мне помогаешь? Да. Давай, Димас, сюда чаёк попьём, пока они нас... Не-не-не-не-не, они нас там могут найти или не? Нет. О, норм, пойдёт, садимся. Только ничего не вижу, сильно кружки большие. Вы чё, вместе, что ли? Да, мы ныкаемся от вас. Серёга поставил, короче, стол, чайник, две кружки и какой-то... Молоко. Ну, это молоко, наверное, я не знаю, что это. Молоко. Вот вы офигевшие, конечно. А, милк написано, да. Мы сидим чай пьём, что ты лезешь? Я лезу, да?
Зима, холодно на улице, снег лежит, а у нас чай горячий с молочком. Отлично, отлично. Эх, жалко то, что конфет нету. Так давай заспам, это же Гаррис Мод. Тролли, блин, я сейчас вас найду. Так это не конфет, это кукла какая-то вонючая. Ой, куда же вы запрятались, а? Я могу тебе цвет подсказать один, а их тут несколько. Ну, два. Давай. Я вижу розовый цвет. А я вижу арбуз. А он видит арбузный цвет. Да, нормально, нормально. По арбузу, да, дал? Не, я сяду, чтобы нас видно не было. Аллилуйя, это дождь. Я просто помню какой-то биом. Есть, но как-то не знаю, как туда пройти вообще. Я забыл, какой портал нужно использовать туда. Да на В пролети, если хочешь. Не, не хочу. Я пролетал иногда, потому что сильно далеко бежать. Не, я все хочу, чтобы по-честному было. А, ну давай, честный человек. Честный человек. 6 гребаных часов спустя. Пацаны, вы где? Как выйти с этого портала? Не могу найти чертов портал. Не-не-не, все уже, все нормально. Часть третья. Нашел Серегу. Если вы говорите то, что у вас несколько цветов. Один это розовый. Второй это... Я вас уже найду. Лифт. На лифте. Здрасте. Забор покрасьте. Нормально сидели, пили чай. Я помню этот биоп, только забыл, как к нему проход найти. Нашел. Ты пролетел на В? Нет. Я на записи посмотрю потом. Посмотри. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас лабиринт, все просили, чтобы я записал на этой карте. Почему вы мне это пишете, я не знаю. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы идем вовнутрь. Давайте я так вкратце полечу немножко вверх и покажу, какой лабиринт. Лабиринт довольно-таки немаленький. Наша цель добраться до той башни. Ребята, можем, наверное, использовать оружку, да? Только не очень мощную такую. Но главное, наверное, повыживать все-таки. Подождите, я уже не Дима, помню. Дима, сразу предупреждаю, тут некоторые ТП-хают. Некоторые SCP-шки? Да. А мне это нравится. Там есть, короче, SCP, который это такой, знаешь, с него льется черная моча такая вот. Он телепортируется. Вот я его вижу. Вот они. Только сказал, а! Блин, они классные, вот эти SCP. Ребята, это новый пак. В следующей серии мы сделаем на него обзор. Если вы хотите, ставьте плюсик или пишите в комментариях. Мы обязательно запилим. Так вот, слышите, такие звуки уже стрёмные. Это значит, они рядом. Вот смотрите, черная, видите, лужа от них остается. Это что, он меня спалил, что ли? Нет. Да. Нет, это он его спалил. Сзади! Наказывай его! Ё-моё, не... А, блин, я не успел стрельнуть! Блин, они реально крутые! А теперь я не боюсь их. Кстати, где черные пятна, тут мы уже ходили. Так, наша цель добраться до башни, которая находится в углу лабиринта. Но я что-то не знаю, как туда дойти. Так вот, кусок лабиринта тупиковый. Так, давайте с этой стороны зайдем. Такс. Я слышу, они по всей карте какие-то звуки конченые издают. Пацанов не вижу, хотя нас играет очень много человек. Так, отлично, я приближаюсь. Так, подождите, а тут я был? Во-во-во, отлично, я уже рядом. Так, сюда нельзя. Это вообще что это красное пятно делает? Ничего не делает. Пацаны, а вы где? Во, я нашел какую-то штуковину, башню. Отлично. И тут стекло. Я могу теперь по мосту перебираться. Так, я вижу пацанов. Какой-то звук такой, как будто они меня спалили и где-то рядом ходят. Других из цепишек я не вижу. Вот эти самые такие топовые. Сейчас, короче, ребята, будем добираться вглубь. Так, теперь надо нам на ту сторону, на ту башню. Давайте, чтобы было интереснее, по мосту пройдем. Сейчас мы спрыгнем туда к ним. Так, идем, палим. Классно, классно. Заполонили, короче, весь лабиринт. Чё, думал, они где-то вылазят, а... Они нигде не вылазят. А, вылазят, но они снизу. Вот они, пацаны, тут! Мочите их шарами! Ай-яй-яй! Бывает в жизни огорчение. Я вижу войну на мосту. Так, пацаны, я бегу к вам. Чпонькс, чпонькс. Эх, упал. Нет, не упал. Чпоникс. Так. Видите, их шары сжигают.
Лабиринт, который боишься спрыгивать вниз, то сразу замочат. Так, давайте стоп саунд. Чпоникс. Так, а где чумной доктор? Вижу, вижу, один стоит монстр. Я спрыгиваю к нему, я его не боюсь. Я тут, секунд. Я пошутил, я пошутил, я пошутил. Мочите его электричеством. Давай, 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 давай. Он не знает, к кому бежать, ко мне или к тебе. Если что, я увернусь. Умрешь ты или нет? Чудовище ты электрическое. Есть, извини. О. Извини, не хочу. Еще один. На. Эй, не кусайся. Мы добрые. Что это за собака такая? Это снова мода, который мы сегодня скачали. Мочим его в 1000 стволов. О, кислоту он, видно, не любит. Его жгет. Аж шипит. Есть, есть. Так, ждем, когда кислота пройдет. Идем туда дальше. Так, так, так. Слышу, слышу музыку стрёмную. Где-то кто-то еще есть. Ого. Подарушку выдает. Такс. Я вижу, я вижу. Эй, слышь ты. На. Ой, двоих сжег. Вот это я профи. Еще один тут. Диппер, прикрывай меня. Так, так, так. Никого. А, на этой карте, наверное, не будут аниматроники бегать, я понял. Только это из цепишки будут эти бегать. Бежит, бежит, бежит. Умри. Красавчик. Троих, четверых. Еще. Ой-ой-ой-ой, эпический. Это прям их ставит, а мы их валим. Не успевает ставить их. А. А, не мочи. На. Блин, не успел, я просто не успел. Еще б чуть-чуть, я бы их замочил. Так, ребята, давайте я поставлю парочку штук. Сейчас я вам покажу, что такое хардкорное выживание. Сейчас. Ну давай, я весь внимание. Ты мне не веришь, да? Нет, почему? Я верю. Ребята, смотрите, кто у нас тут есть. Сейчас будет вам веселье. Серьезно? Да. Это очень много скромников, которые просто ненормальные какие-то. А может, не надо? Надо. Мне уже страшно. Не бойся. Так. Такие музычки стрёмные играют, мне нравится. Я не знаю, сколько их уже поставил. Очень много. Поэтому сейчас будет, наверное, веселье. Так, хочется, чтобы было равномерненько по всей карте. И вот здесь давайте поставим парочку. И вот здесь. Так, ну что? Я не знаю, я их поставил очень много. Надеюсь, будет весело. Начинаем идти в этот сумасшедший лабиринт. Да, давайте по центру пройдем. Я по центру еще ни разу не ходил. Так, кто со мной? Кто не сыт? Идем. Я с тобой. Давай, идем, идем, идем. Я, кстати, уже не помню, где я их поставил. О, вот, стоят. Мочи их. Пока он не успел, надо его замочить. Я побежал, прощай. А, блин, еще один. Так, давайте сюда побежим. Скромники сбежали, я не знаю. Да-да-да, они начинают психовать. Я слышу этот крик сумасшедший. Куча скромников за мной. Где вы? Интересно, они найдут дорогу, если я так буду быстро бегать? Попал. Попал. Блин, такой звук, как будто он сзади где-то. Я не могу его убить, он какой-то бессмертный. В голову, чисто. Так, никого нету еще. Мочим его дальше. Я должен убить этого скромника. Ого, их там сколько. Это жесть.
Так, как-то так. Вы слышите, они по всей карте орут. Это жесть просто, как это... Очень страшный лабиринт получился. Мне даже страшно по ним бегать. Потому что не знаю, что за углом тут ждет тебя. Ого, их тут трупов. Куда вы их успели уже замочить? Прощайте. Бум. Смотри, как красиво по центру лабиринта жахнул. Ни одного. Всех убили. Давай посмотрим, что они делают. А ну-ка. Мужики, вы что делаете? Как вы вообще мочите? Во, музыка страшная. Так, и что дальше? Вот. Уйди, пожалуйста, со своим скромником. О, а что это? Что? Это из-за обезьян, что ли? Воду. Потому что у меня тоже все потемнело. Нифига себе, круто. Может, оно и бы и не сильно потемнело, просто их очень много. Ого, меня убили они. Как это произошло? Ребята, сейчас мы будем свет делать. Прям горит смот. Хаюшки. Мы сделали, короче, SCP-096 скромник, но мы их увеличили. Посмотрим, что с этого получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я, пацаны, рекомендую отойти подальше. Так, подожди, они еще не бегут, они просто какую-то дискотеку устроили. Так, один уже побежал. Обрати внимание, они быстрее бегают, когда больше, да? Нет, он не догнал. Так, ну что, давайте начнем. Я тут. Они не пролезают. Пролезают. Не может. Не может пролезть? А, давайте уменьшим чуть-чуть его. Так. Будем сейчас... О, побежал в другую сторону. О, я третьего лица играю. Что происходит? Эй! Нет, блин, мы же в лабиринт договаривались бежать. Что такое? Что происходит? Пацаны, я живой. Беги, Димас, беги. Они не могут сюда зайти. Да. Слишком большие. Давай будем уменьшать немножечко. Уменьшить. Слегка уменьшить. Ой. Сильно уменьшил, да? Не? Пробегай! Блин, да что ж такое, я не ожидал, что... Начинается, ребята, у нас, как всегда, веселье. Надеюсь, вам понравится, поддержите лайкосиком и подпишитесь на классный канал, где мастовые ролики выходят каждый день. Блин, давайте спаун поставлю здесь вот поближе. Мы сильно далеко спавнимся и бежать надо. Сейчас мы все запилим, как всегда, у нас на высшем левеле все. Давайте поставим несколько. 3-4 штуки. Так. Там по лабиринту бегаешь. А я вот тут побегаю поверху. Так, они не могут пройти, давай еще немножко уменьшим. Они крупногабаритные. Так, уменьшаем этого. И этого. А, о, я просто давай... думаю, может их сделать маленькими, это вообще будет угар. А давай супер мелкими сделаем. Так мы их видеть не будем. Короче, договорились, делаем максимально их маленькими, насколько можно. О, это будет жестко. Я уже вижу, как они сейчас будут телепиздрички маленькие бегать. Эй! Так, 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 дайте я пройду отсюда, а то мне не видно. Хоп! Я уже вижу, там детишки бегают. Так, уменьшить. По-моему, они, большинство из них на меня сагрилось сейчас. О, все, побежали. Текаем. Да почему, а почему они не бегут? О, бегут, 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 бегут. Они за мной побежали, потому что... Серега, не ссы! Они... Ой, все, бегут, бегут, бегут. Так, с этого момента уже начинается интереснее. Особенно, когда очень маленькие бегают. Знаешь, это скромник ребенок. А то его родители. Ой. Короче, мы в следующий раз возьмем карту очень большую и сделаем их на максимально больших размеров. А тут есть еще какие-то ловушки. Ой-ой-ой. Я попал в тупик. Не, лабиринт слишком легкий оказался все-таки. Да какой легкий? Они находят здесь. Может, ты думаешь, что он маленький? Так, давайте сюда побежим. Я вижу, там пацаны прыгают. Боятся вниз прыгивать, я тоже. Я их агрю на себя и вот прыгаю. Я хочу, чтобы было вообще мясо жестко. Так, ну чё? Ого, я их поставил. Нормально пойдет, пацаны? Да. Кто-то музыку выстреливает. А я вот сюда прыгну. Они сами себя мочат, Димас. Ой! И не только себя, и меня, да. А что, мы сделали битву, получается, или что? Да. Я не знал, что они с разных паков не любят друг друга. Но ничего, мы затащим. Проигрывая постоянно. Я текаю, за мной гонится один из них. Я постою здесь. А я спрыгиваю прямо. Мама. Мне жопа. О-о-о. Кричат и кричат. А я хожу себе гуляю, никто меня не трогает.
Ой, он к ним побежал, не за мной. Так, 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 есть. Тебе это легко говорить, за тобой не гонится маль. Да я просто гуляю себе. А, зачем ты на меня его ведешь? Убегаю. Нет, не догнали. Блин, Серега, что за говно? Блин, не сюда. Сюда, сюда, сюда. Не сюда. Беги. Я бы не хоплю. А я его в яму заведу. А тут не яма есть? А, Димас, он там сидит, я вернулся. Так за... как его убрать? Я в тупике здесь. Стой. Серега, пацан к успеху шел. Не фартануло, не повезло. Ого. Смотри, Димас. Рядом, рядом, рядом. Второй. А я рядом пробежал. Я через яму прыгаю. Хоп. Есть. Ну чё, кто ко мне? Я ж не знал, что тут ловушки есть. Да, я только об этом... А как их включать? Пока. Никак. Он упал? Да. О, Серега, ты красава. Одного запоймали. Засловили. А где второй, который меня убил еще? А я не знаю. Внимательно смотрим сюда. Боже, они так кричат сильно. Надо прислушаться, стоп-саунд. То может психическая травма быть. Их у спавна 3 штучки есть. Так, побежали, Серега. А, это не... Так, сюда, не сюда, сюда. Здесь не у сюда. Нас нифига. Так, так, так. Прикольно, ты себе скин взял. На, мистера Миссикса. У него прикольный голос в мультике. Ай, мистер Миссикс, look at me. О, так ты вообще профи. Может, ты его озвучивал? Возможно. Так, пацаны, как тут ловушки включать? Они сами активируются при на... О, а что это мы вообще понаходили здесь, в хате? Убежище от скромников. Так, спрыгиваем. Нифига себе. Кто же знал, что здесь еще есть подвал? Или подземелье? Ой, секретная лаборатория SCP. Че тут жмякать? Серьезно? Вы в лаборатории? О, заходим сюда. И чё тут? А, видите меня. Я тут вентиляцию нашел. Куда она ведет? Не знаю. Чё за говно? Ну чё, обошли по кругу, умные люди. Пойдем обратно. Знаешь, Димас, может усложнить это? О, привет. Еще поставить? Не, не скромников, а именно деды, которые через стены проходят, а? Все, я их ставлю. Вы готовы, хлопцы? Нет, не готов. Ой, это не те. Я вечно забываю, где они находятся, а они вот. Все, Димас, по-моему, этого хватит. Да, хорошо. Да что, прыгаем? Удалю чуть-чуть, сильно много наставил. О, вот так вот. Ой, все, я спрыгиваю. Ребята, я с вами. Ого, это целая армия. При том, что на этом... Сзади! Ай! Уф. Еще же есть скромники бегают. А что я не могу двигаться, говно? Блин, они через стены везде проходят. Я понял, чтобы выжить, надо сюда двигаться. Димас! Ого! Че они такие злые? Я за вами даже пройти не могу. Они через стену лупашат всех. Еще и тут появляются. Сорока, они появляются даже туда, куда я начинаю только бежать. Ого, видели? Через стены сразу лупашат. Много поставил ты, Димас. Сильно много? Очень много. Да. Ну хорошо, удалим. Бежим. Удаляю, пацаны. Переборщил, я знаю, я могу. Ого, я их наставил. Серега. О. Так, пацаны, делаю все по новой. Летим туда. Я и спауна удалил. Все на кучу. Айма. Офигеть, а кто музыка? Так, давайте я очищаю карту. Очистить. Чпоникс. Ого, а что не убирались эти пятна? О, я придумал, знаете, что мы сейчас сделаем? Я буду слендером. Не-не-не-не-не. Ни в коем случае не надо, нельзя. Офигеть. Серега, беги. Беги. А чё я не могу убивать? Вау. Тикай. Я не могу вас мочить, что за говно? Зато я тебя могу ударить. Я просто беспонтовый додик какой-то. Я не могу никого мочить.
А как я убил вас? Даже не понимаю. А был скример? Ты отключил ПВП, короче, я его включил. А, я знал, Серега, я просто проверял, вспомнишь ли ты или нет. Да блин, ну Димас, так нечестно как-то. Ну я же... Слендер. Ну блин, ну так не убивает Слендер. Хорошо, все, я не буду. Вблизи убивает. Хорошо. Надо вообще на него не смотреть, как по мне. Да, ты смотрел на меня, я видел твои зрачки, поэтому я тебя убил. Понял. Понял, Серега. Нормально? Пойдет? А меня-то за что? Я был отвернут. Не, пацаны, вы не можете меня убить. Слендер сегодня самый, наверное, жесткий. Даже сильнее из цепишек. Короче, я спрятал в лабиринте ядерную боеголовку. Если кто ее найдет, это и все, Димасу хана, Димас проиграл. А. Я даже не повернулся, Димас. А я смотрю, кто-то там... Не-не-не-не-не. Сегодня я мочу всех. Я не могу сквозь стены проходить? Не могу. Ты можешь телепортироваться. Я ж могу тпхаться, точно. Ой-ой-ой, Серега, ты зря это сказал. Сейчас найду эту ядерку и... Ты не сможешь меня убить, ядерка, у меня очень много жизни, она меня не возьмет. Спорим? Ты даже не представляешь, сколько у меня жизни. Я ее найду, активирую и тебе... А я тебе не дам этого сделать, я тебя замочу. А я почти дошел до нее. Подожди, а где ты до нее поставил? Мне самому даже интересно стало. А я сейчас найду. Я знаю где. Где? Я лечу к тебе. А, сейчас прям. Дирижабль. Вот тут ты на вышке где-то. Нет. Нет, не на вышке. Значит, ты в башне. Нет. Все, Димас. Да блин, где ты, жопа? Я хочу тебя убить. Прощай, Димас. Давай, мочи. Подожди, Серега, я не дошел. О, я нашел ее. О. Даже Димаса накрыл. Не убьет, говоришь? Я офигел. Почему так быстро убило? Царь бомба. И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ау.